Всем привет! Сегодня покажу вам очень легкий и вкусный рецепт, который подойдет просто на каждый день. Это пюре из цветной капусты. Для него нужно всего три ингредиента. Это цветная капуста, вода либо кокосовые сливки и специи. И блендер Ramidry Luxury 2. Погнали! Берем кочан цветной капусты и срезаем с него все соцветия. Разделяем на куски поменьше и закидываем в кастрюлю с водой. Ставим на огонь. Доводим до кипения и варим 15-20 минут до мягкости капусты. Потом снимаем кастрюлю с огня, даем капусте немного остыть и отправляем ее в блендер. Мам! Добавляем паприку, хмели сунели, соль, перец и кокосовое молоко. Измельчать будем с помощью толкателя на режиме фрут или можно просто на невысокой скорости. Минута и пюре готово. Наше получилось достаточно жидким, больше похожим на суп. Так что перекладываем или наливаем пюре в тарелки и обязательно дополняем свежими нарезанными овощами. Подойдет стандартный набор. Болгарский перец, огурцы и помидоры. Тыквенные семечки и кунжут для дополнительных хрустиков. И микрозелень для няшности. Готово! Смотрите, какая получилась красота! Да еще и так быстро! Вы точно рассмотрели? Со всех сторон! Ладно, тогда пора пробовать. Так, самый важный момент. Будем пробовать. Все у нас готово, все украшено. Выглядит очень красиво. Тут, на самом деле, все украшения, они очень важны. На мой взгляд, не во всех блюдах важны украшения, но здесь действительно не жалейте ничего на посыпушки, потому что они решают все. Они добавляют текстуру, вкус. Вот, ну а в целом пюре вкусное, оно очень нейтральное, и в зависимости от специй, которые вы добавите, оно заиграет своими красками. Вот. Но рецепт, по-моему, классный, мы делаем его периодически, а это показатель. Если вам понравилось это видео, обязательно дайте нам знать, поставьте нам палец вверх и подпишитесь на наш канал, потому что это поддерживает нас и помогает нам расти и снимать еще больше крутых рецептов. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать и видеть нас чаще. Пока!